Здравствуйте, меня зовут Татьяна Андреевна, мне 46 лет. Я замужем, имею двух детей, взрослых, ищу работу гувернантки или нянечки. Какое у вас образование? Живу я в Днепропетровской области, город Пятихатки. Какое образование у вас? Образование у меня высшее, педагогическое, Кировоградский пединститут, филолог, я вчитель украинской мовы и литературы. Какой у вас опыт работы? Опыт работы у меня такой. Я работала учителем украинского языка и литературы. В Казахстане мы проживали. Я работала учителем русского языка и литературы. Последние 12 лет я живу в городе Пятихатки и работаю в Доме творчества. Называется Центр учащейся молодежи. И у меня, я методист, учитель-методист. И драматический кружок веду для младших школьников, кукольный театр и оригами. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти поделки. Это оригами, мощный способ развития интеллекта ребенка. Кстати, в Японии оригами включено в программу дошкольных учреждений, и не только дошкольных, и школьных учреждений. Может быть, поэтому японцы очень хорошие конструкторы, дизайнеры и архитекторы. Вот чтобы сделать вот такую клубничку, надо 58 модулей, вот таких маленьких треугольничков. А чтобы вот такой тюльпанчик сделать, надо 105 модулей. Видите? А вот чтобы сделать вот такого лебедя красивого, надо вот таких модулей 459 штучек. Вот. Я могу научить всем деткам, очень полезно заниматься оригами. Моторику пальчиков развивает усидчивость, приобщение к прекрасному, чувство красоты. Вот. Оригами развивает у ребенка творчество и чувство прекрасного. Какие обязанности вы готовы выполнять? Я представляю так, что я должна отвечать за жизнь и здоровье ребенка и его умственное, интеллектуальное, творческое развитие и физическое развитие. А какие вы знаете методики раннего развития? Методики раннего развития. Я люблю Никитиных, перечитала их. Работали мы с кубиками Зайцева и, в общем, знаю Монтессори. Какую работу вы ищете? С каким графиком? Я ищу работу с проживанием. Всего хорошего. До свидания.